Мальчик. Хорошо, мальчик, 14. В каком вы городе живете? Я не в городе, я в селе. Хорошо, в каком селе вы живете? А? Село Усть-Кокс. Усть-Кокс? Это такое слово? Усть-Кокс есть? Усть-Кокса. 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 Офигеть! А что это слово значит, Усть-Кокса? Усть-Кокса. Это охрененно. Так, а что это значит? Усть-Кокса. Хорошо, что это значит? Слово какое? Я не понимаю. Кокса, что это такое? Это с тюркского языка синяя вода. Офигеть, как круто. Это у вас какая-то чистая речка около села? А вот вы говорите, что это Украина. А вы знаете историю, что есть Киев? У меня нет страны. У меня украденная родина. Нет, это у вас три полосочки, видите, они у вас плохой интернет. Я вас вижу, это у вас плохой, у меня хороший. Вы зависли. Это не я зависла, Саша, это у вас плохой интернет. Видите, у вас три полоски, ну, красные. Вы меня слышите, нет? У меня с интернетом все хорошо. Ну хорошо, если у вас... Нет, это у вас плохой интернет. Ну хорошо, я вас отключу, потому что у меня плохой интернет. Нет, у вас плохой. Хорошо, у меня плохой, поэтому я вас отключу, хорошо? Ну что я могу сделать, если у меня плохой, у вас хороший? Ну ладно, вы знаете историю своей страны? Я говорю, у меня нет страны. Как я могу знать историю страны, которой нет? Если вы прям лютый патриот своей страны. Да, я лютый патриот Украины, но я родилась в Советском Союзе. Советского Союза больше нет. Саша, вы меня слышите? Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня Кристина. Кристина, сколько лет? 15. Город? Москва. Кристина, 15, Москва. Так. У вас же рано, Москва. Да. Вы уже проснулись, что ли? Да. В Москве же сколько у вас? 7 утра? Да, у нас 6:35. А что вы так рано не спите, Москва? Я просто собака ходила гулять, все. В ТикТоке увидела эфирчик. У вас собака так рано вас разбудила, что она не могла не будить вас до 8 утра? Ну, у меня корги, да. Они вообще ранние пташки. И вы единственный человек, который встает, а мама не встает выгуливать? Так это моя собака, моя ответственность. Ну, это хорошо, что у вас уже, знаю, ответственность и любимая собака. Красавец. У вас хороший тандем. Хорошо. Еще раз, Кристина, да, вы сказали? Да, да, да. Кристина, окей. И, ну, хорошо, погуляли, зашли. Что вы хотели сказать? Вы же, наверное, не то, что посидеть, посмотреть на меня. Вы хотели о чем-то поговорить? Да не, просто поговорить, на самом деле. Там, не знаю. Угу. Ну, я вот с девочкой разговаривала, у нее есть любимый человек. Я пожелала им спокойно выехать из страны и жить в другой стране. Я обращаюсь ко всей молодежи России. Я хочу, чтобы вы не... Если вы не согласны с Путиным, это как бы... Ну, посмотрите на Навального. Посмотрите на Немцова, посмотрите на Политковского. У вас нет будущего. Я не думаю, что что-то изменится и после смены власти, честно говоря. Вы меня слышите? Да-да-да. Я просто какие-то голоса слышу. Вы находитесь там... Извините, у меня сестра просто старшая проснулась. Вот, ага. Извините за фон. У вас в семье что говорят про войну в Украине? Или об этом не говорят? У меня мама участник СПБО. Мама участник?
СВО? Как да, это понять? Да, военных действий. Как она участник? А что она делала? Что? Что мама делала? Медицинский, медик. И где она была? Оперировала, лечила. Ну, на какой... к сожалению, не могу разглашать. Понятно. Луганск. А вы жили одна без мамы? Вам же 15. Нет, почему? С отцом. А, папа остался с вами, мама уехала. И она получала тоже какие-то, ну, ага, крупные деньги за это. Ну, говорят, 200 тысяч, там что-то даже больше. Медикам тоже много платят? Больше даже, да? И... Медикам? Ну, вообще, она как военнообязанная, но она скорее пошла по своей воле. И, нет, я говорю, что она получала на СВО больше денег, чем если бы она была в Москве. Не знаю, честно говоря. Но у меня мама достаточно зарабатывает. Ну, год назад. А сколько она времени там провела на СВО? Она провела где-то месяц. Месяц с чем-то даже. Скорее. Ну, поэтому вы не заметили. Если бы, например, провела там год, то вы, наверное, увидели разницу в доходах. За месяц, наверное, еще трудно сказать. А если бы маму убили, ну вот такая. Так, ну вы видели, в Крыму был прилет, и там погибло, по-моему, 5 человек, 150 ран. Если маму убили. У меня подруга лучшая, 23-го погибла в Севастополе. Вот то, что я видела ролик на пляже. А почему она была в Севастополе? Да, по морю. А почему. Они поехали отдыхать. А вот я вот этого не могу понять, зачем люди едут в Крым, когда там идут военные действия? Ну, как бы заранее понятно, что, ну, грубо говоря, если вы знаете, что ну, поле... там уже вопросы скорее к родителям. А сколько лет? Получается, 15 лет вашей подружке? Не, моей подруге 14. Это вот 4 дня назад, или 3 дня назад она погибла? Ну, 23-го, когда там бомбежка была. Ну, вот это сегодня какое число? 27-го? Я просто не в курсе. 28-е сегодня? Сегодня, да, 27-й. Значит, сегодня 27-е. Три дня назад. А как хорошо вы ее знали? Я с ней по видеозвонку разговаривала, и вот у меня... Это ваша подруга по подъезду, или вы с ней вместе учились? Ну, моя лучшая подруга, мы с ней года 3-4 уже общаемся. И как вы звали? Евгения. И, ну, что вы знаете про подробности ее смерти? Она была где? На песке, в воде? Что случилось? Ну, честно говоря, это просто моя интернет-подруга, поэтому, ну, вот так прям мы с ней не виделись вживую. А откуда она родом, если она интернет-подруга? Значит, ну, по видео постоянно общаемся. Она не из Москвы приехала в Севастополь? Она из Нижнего Новгорода вроде. А откуда вы знаете, что я она погибла? Помню, честно говоря. Если она не, ну, вы ее не знаете, откуда вы знаете, что она точно погибла? Матерью у нее отец, и она погибла, а мать была дома. Я же с матерью общаюсь ее. О май гад. То есть мать осталась не в Нижнем Новгороде, да? И она даже не поехала, ну как бы вот так получилось. А кто привезет тело домой? Два тела. Честно, я не знаю. Я не хочу на эту тему говорить сейчас. Понятно. А что она сказала? Они умерли от ранений? Или их разорвало? Ну, осколки. Ну, целые тела, да? Без, ну, не раскинутые по пляжу. Тела. Я не знаю подробностей, честно говоря. И что вам подруга говорила? Ну, вот, говорит, был видеозвонок, что она рассказывала, что там хорошая вода, там все спокойно? Ну, мы с ней просто вот по морю приспались. Ну, я с ней по звонку была, она в море плавала. Кошмар. Вот, и вот этот бабах, и все, телефон в воду. А ваша подруга когда-нибудь что-нибудь говорила вот про СВО, про Путина, про Крым? Вот что, какие... Она была за СВО, против СВО, что-нибудь знаете? Моя семья полностью поддерживает. Моя семья полностью. А девочка? Я про девочку.